В ходе встречи состоялось фундаментальное обсуждение самых важных вопросов, которые стояли на повестке дня. Это укрепление позиций Южной Осетии на международной арене, взаимодействие между двумя ведомствами по различным направлениям, гуманитарные акции, которые проводит российская сторона на территории нашей страны, укрепление дружеских и братских отношений между нашими государствами. Наши народы связывают многовековые братские узы. И сегодня Россия и Республика Южная Осетия выстраивают свои межгосударственные отношения на базе принципов союзничества и интеграции. У нас интенсивный политический диалог. Президенты наших стран в прошлом году встречались дважды на переговорах 13 марта и в ходе торжественных мероприятий 24 июня по случаю юбилея Великой Победы. У нас очень тесные, насыщенные контакты по линии Министерства иностранных дел, других ведомств, которые входят в состав наших правительств, и укрепляется договорно-правовая база, которая насчитывает уже более сотни документов. Это реально помогает выстраивать нашу работу системно, с опорой на конкретные планы и сроки. Сергей Лавров отметил слаженную и оперативную работу военного мобильного полевого госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, которая была развернута в Цхинвале для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. «Мы и дальше будем продолжать работу по всесторонней поддержке Южной Осетии по всем направлениям», отметил российский министр. С начала пандемии нового коронавируса мы сотрудничаем и на этом направлении. Россия оказывает Южной Осетии необходимую помощь и консультативную, и практическую, и материальную. И, конечно, важную роль в стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в вашей республике сыграла работа военного мобильного отряда, мобильного многопрофильного госпиталя, сотрудников радиационной, биологической, химической защиты вооруженных сил Российской Федерации и командирование гражданских специалистов из нашей страны. Лавров также отметил положительную динамику в сфере торговли между странами. Согласно последним данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, отмечается рост товарооборота. За первые три квартала 2020 года он вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Дмитрий Медоев поблагодарил Сергея Лаврова за возможность обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества за столом переговоров. Высоко ценим межгосударственные отношения, которые сложились после признания государственной независимости Южной Осетии Российской Федерации. И в целом мы характеризуем этот процесс однозначно позитивно и готовы к дальнейшим шагам по упрочению двусторонних отношений. Несмотря на введенные ограничения в 2020 году, продолжилась работа по дальнейшему развитию и углублению двусторонних отношений. В результате взаимодействия в 2020 году было подготовлено и подписано 6 межправительственных и межведомственных соглашений, также 2 документа с субъектами Российской Федерации. И этот процесс будет продолжен. Соглашения, эти документы касались и Министерства обороны сторон, Министерства внутренних дел, таможенных органов, экономики, финансов, Минтруда Российской Федерации. Это все очень важные документы, которые имеют прямое социальное действие внутри и, конечно, имеют большое значение для обеспечения безопасности Южной Осетии. В связи с десятилетием установления дипломатических отношений между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, Дмитрий Медоев вручил ведомственные медали министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Геннадию Карасину и директору 4-го департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексею Павловскому. В рамках развития международных связей Южная Осетия присоединилась к конвенции Шанхайской организации по противодействию экстремизму от 9-го. Июня 2017 года, в мае 2020 года президент Анатолий Бибилов подписал соответствующую ратификационную грамоту. Мы считаем, что это очень
важное было тоже событие во внешнеполитической деятельности Южной Осетии. Рассматривая ход работ женевских дискуссий, Дмитрий Медоев заявил, что несмотря на то, что пандемия в работу внесла коррективы, все же рабочий уровень удалось сохранить. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в работу международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2020 году не столь часто собирались делегации, но все же удалось. Все же было несколько встреч перенесено, но сохранить рабочий уровень коммуникации удалось, в том числе со сопредседателями дискуссии, и была возможность обсуждения актуальных вопросов, которые были интересны сторонам. Визит министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева в Москву, переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым призваны придать дополнительный импульс развитию взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Оксана Джоева, Фатима Кумаритова, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.